Друзья, всем привет! Это Павел Игнатенко, компания «Эко-колесо». Мы находимся в шоуруме нашей компании в Новосибирске. Сегодня я бы хотел вам рассказать о новой новинке на рынке России. Новинка – это электросамокат полноприводный, достойный конкурент «Dualtron». Данный самокат имеет бешеную просто мощность. Это два мотора по 1200 Вт, позволяет разгонять его до 85 км в час. А подсветка, вы видите, да, как выглядит спереди, сзади. Сзади есть стоп-сигнал. Отдельно мы покажем чуть позже про это. Очень мощный звук. Передние фары светят просто обалденно. Вот если видно сейчас, может быть, я покажу на стену, да. Ну вот. Здесь помещение, если посветить, то покажу чуть попозже. Очень достойный свет. Данная модель отличается более продвинутой системой амортизации передних. Вы видите, здесь двойная вилка. Модель складывается, то есть ее можно сложить. Это я сейчас тоже покажу. Задняя амортизация, безусловно, тоже имеет огромный запас прочности. По комфорту, вы видите, я 105 килограмм, да, с традиционной тест-драйв прыгаем на всех самокатах. А вот он достаточно комфортно позволяет ехать по неровностям, по бездорожью, по ямам, да, по нашим российским условиям. А вот, и вы будете себя чувствовать комфортно и на асфальте, и на бездорожье. А вот, надувные колеса. Значит, номинальная мощность 1200 ватт каждого колеса, суммарно 2400 в пике, соответственно, как и Dualtron, да, дает там порядка 5600 ватт. Вот, значит, модель собирается на том же заводе, на котором собираются Dualtron. Качество достаточно на высоком уровне. Как заряжается этот самокат? У него есть здесь два входа непосредственно для зарядки. Находится вот здесь кнопка включения и выключения габаритных огней. Соответственно, я сейчас вам его продемонстрирую, как он выглядит спереди и как он выглядит в таком ракурсе, да? Вот. Еще раз повторю, это абсолютный эксклюзив. Вот, впервые в России. Как вы видите, на данной модели присутствуют дисковые тормоза и спереди, и сзади. Стоп-сигнал, усиленная рама, подсветка. Бренд Cabo. Он будет известен, этот самокат, в том числе под этим брендом, пока мы не брендировали под своим брендом. Эко-колесо Wolf Warrior, но это будет в будущем. Самокат производится на том же заводе, на котором делают Dualtron. Вот, комплектуется, в принципе, такими же комплектующими, как Dualtron. Вот вы видите, Mini Motors дисплей. Я вам его покажу. Вот. Он тоже цветной, достаточно такой. Яркая подсветка. Три режима езды. Первый режим до, по-моему, 40 км в час, второй 60 и третий до 85-90. От веса, опять же, зависит, да, от условий езды. Есть режим турбо, эко. Вы можете включить, выключить полный привод. Вот. Ну, знаменитый курок уже, да, как на ультре, тандер, Dualtron и прочее. Вы видите фару. Она очень-очень яркая. Есть сигнал. Вот. Значит, сейчас я вам расскажу немножко поподробнее. Вот вы видите, две фары здесь есть. Очень мощные. И они дают очень крутой свет. Сейчас мы, кстати, их включим. Вот так вот. Они светят. Значит, комплектуется данная модель двумя типами батарей. Первый тип батареи 60 вольт на 26 ампер часов, вторая
второй тип батареи 35 ампер-часов на 60 вольт. Запас хода, соответственно, в первом случае 60 вольт на 26 ампер-часов порядка 100 километров, а во втором случае 60 вольт на 35 ампер-часов порядка 150 километров запас хода. Вот. Очень стильный самокат, безусловно, очень мощный. 11 колеса надувные. Протектор мы заказали на данную модель off-road, внедорожную. В принципе, можно заказать шоссейные колеса. То есть здесь, может быть, мы будем привозить и те, и другие. А вот человек сам сможет менять в зависимости от того, что ему нужно, ставить ту или другую версию. Вот вы видите мощность мотора 1200 ватт, о чем я говорю. Вот. Как складывается данный самокат, сейчас я тоже продемонстрирую. Друзья, ну вот вы видите самокат в сложенном состоянии, сколько он занимает места. В принципе, перевозить его реально. Вопрос, какой у вас багажник, насколько длинный, складываются ли сиденья. А вот. Но тем не менее, то есть модель складная и позволяет его транспортировать. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы привозим эксклюзивную технику в Россию, абсолютные новинки, которых еще не представлены, которые еще нигде не представлены, и зачастую это абсолютный эксклюзив.